Обычно пожарные тушат, а тут им пришлось поджигать, устраивать самый настоящий пожар. И все во имя конкурса. Этот дом на улице Ивановская в Кохме давно заброшен и расселен, а значит, идеально подходит для того, чтобы здесь устроить пепелище. Спасатели выбрали 4 комнаты, принесли сюда мебель и прибрались. С виду все должно напоминать среднестатистическое жилище. Получилось довольно уютно. В этой комнате та вечная обстановка, а та горючая нагрузка, которая, в принципе-то, имеется в любом доме. Это кровать, диван, кресло, телевизор, ну и, соответственно, столики, ну, мебель обихода тех людей, которые, у которых мог возникнуть пожар именно с тех причин, которые мы воссоздаем. Причины – это часто встречающиеся на территории Ивановской области. Подготовили комнаты заранее, на каждую свой сценарий развития пожара. Где-то оставили окурок, где-то сымитировали короткое замыкание. Соорудили даже устройство с пиротехническим зарядом и фитилями, чтобы сбить участников конкурса с толку. Основным элементом инициирования горения будет будильник, снабженный внутри пиротехническим зарядом. Соответственно, к будильнику идет провод, фитиль, который также будет... из-за которого будет приводиться в действие механизм поджига будильника. Без сожаления, комнаты сожгли. Чтобы пожар не вышел из-под контроля, у дома дежурили 3 расчета. Выгореть позволили именно настолько, насколько было нужно, и оставили на день проветриваться. Утром в четверг приступили непосредственно к изучению пожаров. Таковы условия открытого конкурса «Лучший эксперт и лучший дознаватель МЧС по Ивановской области». Участников на состязание приехало 18 человек, больше половины из других субъектов страны. На самом деле очень тяжело, то есть вообще пожаротехническая экспертиза – это одна из сложнейших видов экспертиз, и нужно проводить комплекс исследований, то есть и визуальный осмотр, и инструментальный осмотр, как мы уже сказали, приборный, и проводить динамический осмотр. То есть пока динамический осмотр, то есть разбор конструкции, да, воссоздание обстановки до пожара, то есть мы не можем провести, ну, потому что другие конкурсанты, ну, потом не смогут решить поставленные задачи. То есть делать конкретные выводы, да, без динамического осмотра, ну, рано. На каждую комнату у участников 20 минут. Нужно провести визуальный осмотр, понять, что стало причиной возгорания, сделать выводы и подтвердить это приборными методами. Раньше, когда мы проводили подобные конкурсы, не все эксперты впечатлялись, так сказать, и работали руками, копались в грязи, потому что изначально думали, что тут должен быть поджог. Но это понятно, потому что дом не электрифицирован. Эксперт понимает, что его поджигали. Вместе с тем, в настоящее время эксперты уже копаются, надевают перчаточки, лезут глубже, исследуют, применяют приборную базу. То есть развитие налицо. Такой формат соревнований в последние годы не часто встречается, поэтому в Иваново сотрудники пожарных лабораторий приехали с удовольствием познакомиться и обменяться опытом. Прогнали конкурсантов и по теории, проверили знания современных приборов. У каждого дознавателя-эксперта свои фишки. Каждый подмечает на пожаре определенные детали, вникает в пожар по-своему. Там, где больше всего сгорело, там либо была пожарная нагрузка больше, либо, может быть, воздухообмен был больше, либо даже иногда бывает, что пожарный меньше тушит просто в этом месте. Тут нужно полностью находить очаговые признаки и признаки направленности, которые нам помогут сначала выбрать помещение нужное, где все-таки все началось, потому что потоки конвективные у нас образуют данные следы. И уже в этом помещении мы начинаем полностью все раскапывать и добираться до истинности. На реальных пожарах экспертов во времени никто не ограничивает. Исследование может длиться неделями. Здесь четкие условия и жесткие рамки. Решать нужно на месте, оперативно и желательно без помарок. Кроме почетного звания «Лучший в своей профессии», для победителя в управлении подготовили подарок – новенький телевизор. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.